Какая клевая штука. В общем так, походу рубрика распаковки становится моей любимой рубрикой на этот раз. И сегодня у нас вот такая вот посылочка. Откуда она? Из Саратовской области. Адрес я вам показывать, конечно же, не буду в рамках конфиденциальности. Запечатали, старались, наверное, на почте России-то. Опа! Квесты очень сложные. Че мелочиться-то? Тут очень много всего, господи, боже мой. Я очень ждала эту посылку. Здесь просто куча всякого электронного. И сейчас я вам все это покажу. Первое, наверное, самое клевое, это киберзапонки. Вот так вот они выглядят, вот такие вот запонки с вот такими вот креплениями, достаточно массивненьким. Это для наших любимых мужчин, сделаны они из печатных плат, каким-то, видимо, золочением. Короче, все супер круто и красиво. Такой же зажим для галстука. Кибер, собственно, медаль с куском процессора, насколько я понимаю. И вот эта штука, это шлейф, вы понимаете? Короче, классно будет смотреться на каком-нибудь пиджачке. Вот такая вот подвесочка с золотым сечением, как вы могли заметить. Вот такая вот подвеска в форме планеты из, между прочим, синенькой платки. И, по-моему, это был DC-DC преобразователь, хотя не сказала бы точно. Вот такие вот серьги-трансформеры, их можно носить как только верхнюю часть, так и с длинной штучкой вместе. Вот такое вот кольцо. Внимание, девушки, сейчас будет лайфхак, как правильно делать предложение вашему парню, если он не догоняет. Ну, кстати, безразмерное. И на палец мне... Ну, оно безразмерное, но мне как бы на палец не налезает, вы понимаете, о чем я. А на этот идеально налезла. Господи, боже мой, посмотрите, какая красота, посмотрите, какая прелесть. Мне бы, конечно, больше нравилось зеленое, но синее тоже ничего. Напоминает кусочек, маленький кусочек Ардуины. Парню подходишь и говоришь, какой номинал резистора изображен. Если отвечает, то можно, в общем-то, идти замуж. Брошка в форме листочка, такая типа эко-тематика пошла у нас. На самом деле она такая осенняя, такая классная. Я боюсь, что если ее даже никто не купит, я ее себе оставлю. Вот это самый клевый кулон в виде котика. Как видите, он подобран идеально, так чтобы у него даже глаза совпадали. Последняя парочка вот таких вот достаточно больших, массивных сережек. Похожие у меня уже есть, и вот эти на самом деле тоже достаточно клевые. Не знаю, как вам, но мне просто безумно нравится.